Нас проводил Грачев отец, и мы сказали хором, сказали хором мы конец последним нашим сборам. Прощай, калужская земля, учебные площадки, казарма, стрельбище, поля, гранаты, лопатки. Прощай, Ермолино, где я, по правде, даже не был. Навек прощай, постель моя, детище шир по требам. Здесь Закурдаев нас учил быть стойким, храбрым воином. Здесь часто дождик нас мочил, июльский беспокойный. Здесь курсовой наш офицер, помощник верный зака, чтобы нам показывать пример, ползком ходил в атаку. Здесь были сборы, были мы, и были, слышишь, Боже, здесь ядовитые дымы, но отпуск будет тоже. Здесь было много от тюрьмы, но отпуск будет тоже.